главная тема нашего сегодняшнего видео, потому что это просто дешевые краски для кореша я снимаю. Он попросил меня купить целый ее ящик, я ее купил, а только потом он попросил ее протестировать. Идиот. Здорово, пацаны, вы на канале Voice Hub, с вами Voice. Сегодня я продолжу свою, как бы, скажем так, не начатую рубрику о дешевом граффити, максимально сердитом. И сегодня я взял чисто один черный баллон, одно ведро побелки, на котором я сижу. Вот, еще водичка у меня есть. И вот валик. И это вот все, что я, из чего я сегодня попытаюсь сделать два куска. Но вообще рассчитываю на то, максимально сейчас честно могу сказать, что его цена примерно, ну, 300-400 рублей. Ну, то есть баллон стоит этот, мне он обошелся в 250 рублей. И тут побелки, я брал большое 10-литровое ведро, получается, и разливал его на разные, чтобы с колерами замешать, там всякое разное, но это чисто белое осталось у меня. Его здесь получается на, ну, примерно рублей 50. Итого, грубо говоря, граффити, ну, за 350 рублей максимум. То есть, как бы, максимально дешево, максимально сердито и максимально интересно, короче. То есть, что из этого можно сделать на максимум. Сейчас мы будем пробовать. Погнали. В общем, что, пацаны, кусок я доделал. Сказать могу следующее, что в принципе уже сейчас погода как бы клонится к тому, что вот сейчас весна, будет теплее, все будет лучше, удобнее. И поэтому я решил запустить такой челлендж, который, я наверняка думаю, будет удобен всем. Смысл простой. Название у него будет «Побелка Кэн Челлендж». И в нем надо с помощью одного цвета побелки и одного кэна замутить максимально стильный кусок, то есть вложить, ну, выжать максимум из этих двух, получается, цветов. Я, в принципе, знаю, на что способны
ребята, которые делают граффити-контент на Ютубе, они делают действительно очень круто, в преимущественном своем большинстве. Это Шарага, Юнинайн, Мрак. В общем, все-все-все, кого вы знаете, я их тоже знаю, не всех просто сейчас вспомню, их слишком много. И мне, и я думаю, наверное, и вам было бы интересно, а на что эти ребята способны с одним ведром побелки и с одним баллоном? Поезд прошел, меня сбил. В общем, челлендж это касается не только граффити-блогеров, но также просто ребят, которые рисуют граффити. И по принципу он будет работать следующим. Я передаю, получается, челлендж трем ребятам. Эти ребята делают рисунок, вот, и передают этот челлендж минимум двум людям. И так эта штука должна будет идти дальше. Принцип следующий. Человек говорит, от кого он принял этот челлендж, и говорит к тому, кому передает. Срок на выполнение 10-15 дней. Думаю, будет нормально, как бы, и удобно, никого врасплох не поставят, и интересно, весело, приятно, положительно. Вот. В свою очередь я хочу передать этот челлендж пацанам из Крыма Тисе, Саракету, и также чуваку из Самары MLR Style. Вот. Ну что, пацаны, принимайте челлендж. По куску, что могу сказать по рисунку? Рисовать, в принципе, вне зимнее время, ну, достаточно нетрудно и дешево. Буду ли я так делать еще? По-любому буду, потому что в двух цветах можно передать, ну действительно, прикольное атмосферное, как бы, граффити. Вот, очень интересный эксперимент был для меня. Очень много нервничал, когда валик у меня срывался с катушки, короче. Я рекомендую подбирать эту катушку максимально под валик, прямо вот в магазине, не стесняйтесь, типа в Леруа Мерленах, в Оби, во всяких таких конторах можно это прям делать, прям подобрать, чтобы она вот, потрусить ее, чтобы он просто не вылетал. Это просто у меня там, думал, все нервные клетки закончатся. Вот, сейчас я вам показываю кусок, типа белкой, рисуйте кэнами, это дешево, это сердито, это классно, для легала это лучше. Дальше больше.